Привет, друзья, с вами снова Инфобиз Контроль, и сегодня на обзоре у нас курс, который вы очень просили сделать на него обзор. Вы писали прям пачками, тоннами, писали «сделай, сделай». В общем, курс, конечно же, очень популярен, там вверху в глопарте, там на первых строчках, и, в принципе, из этого и следует вот этот весь ажиотаж. В общем, я ваши просьбы услышал и, собственно, сливаю этот курс, ну и тогда и вы мне сделаете что-нибудь хорошее, то есть возьмите вот прямо сейчас на паузу, поставьте видео, поставьте лайк этому видеоролику, там сделайте репост, да, поделиться, там есть такая кнопочка поделиться, поделитесь в соцсетях, оставьте комментарий, то есть сделайте такую активность, и тогда этот видеоролик посмотрят больше людей, я посмотрю, что вам это нужно, и я постараюсь сделать побольше видеороликов и сливать классные курсы. Так что обязательно поставьте лайк, в общем, сделайте то, что я вас попросил, потому что я знаю, многие очень хотят все на шару получить, а для них потом даже поставить лайк или репост, это нафиг надо, пусть другие делают. Знаю, такие, большинство таких людей есть. Надеюсь, вы не такой, так что жду от вас лайка и комментария, ну и репоста, конечно же. В общем, друзья, давайте продолжим. Эксклюзивный материал закрытого клуба «Делай деньги», заработок от 3000 рублей в сутки. Сразу скажу, что материал мне понравился в сравнении с остальными какашками, которые продаются на площадке «Глопард». Это что-то хорошее. Не скажу, что это прям какой-то супер новый эксклюзив. Нет, но это вполне качественный курс, вполне неплохой. Я вам очень советую этот ролик, вот который вы сейчас смотрите, посмотреть до конца, потому что в нем я расскажу какие-то плюсы, какие-то минусы, какие-то хорошие моменты, другие моменты, которые вам может не понравиться. Ну, в общем, просто выделите время, если для вас действительно важно мое мнение и важен, то есть вы действительно хотите чему-то научиться, просто послушайте, посмотрите этот видеоролик, не так уж долго он и идет, если так по сути взять, да. Ну давайте начнем, то есть давайте продажник быстренько пробежимся. Тут сразу идет видеоролик, который, ну, практически ни о чем. Тут просто показывается кошелек автора WebMoney, в котором там 2 с чем-то лимона рублей, плюс он потом показывает, что он за сутки по своей теме заработал там 3500. Ну и тут такой момент, мультиком показывается, что чувачок сел за компьютер, час понастраивал, потом вместо него пришел робот и работает дальше, а чувак там пошел чем-то своим заниматься, там детей воспитывать, там, ну и все остальное. В общем, ладно, давайте дальше. На самом деле продажник практически полностью такой классический глопартовский, ни хрена не поймешь, то есть, ну как не поймешь, тоже много разных таких обещаний, ну не то что обещаний, а таких вот, да, там заработок, 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 а что за заработок, хер его знает. Вот тут дальше идет история о том, как бы, ну, кто этот человек, да, кто автор, где он живет, чем занимается, ну и прочая, прочая херня. Лично я не проверял, насколько вот, допустим, вот эти фотографии, да, его вот здесь, насколько они реальные, насколько они действительно принадлежат какому-то вот этому, допустим, человеку. На самом деле, мне кажется, что это все-таки фейк. Опять же говорю, это мое личное мнение, оно может быть абсолютно неверное, я эту информацию не проверял, это просто так навскидку, так сказать, исходя из моего опыта, мне кажется, что это все-таки фейк, потому что человек тут накидал, так сказать, фоточек каких-то левых довольно такого посредственного качества, и нигде в видосах вообще нигде лицом, так сказать, не светит. Ну, в общем, все с этим довольно стрёмненько, но это не столь важно, нас интересует больше материал, который человек выдает. А я работаю с крупнейшими компаниями мира, я тоже могу сделать такую картинку, чувак, нефиг делать. То есть сказать, что я с кем-то там работаю. Я вот, допустим, работаю с Asus, что у меня тут еще есть, Logitech, Xiaomi, то есть я со всеми этими компаниями работаю, да. А клавиатура у меня Sven, вот, тоже с ней работаю. Ладно, неважно, давайте дальше. Дальше наши вечно правдивые отзывы, которые нас, конечно же, не интересуют, потому что, ну, они у меня, допустим, они уже вызывают больше, так сказать, негатив. Но так как основная масса этих курсов с Глопарта направлена все-таки не на таких людей, как я, но на которые не очень искушенные в этом деле, то для них, наверное, скорее всего, вот эти отзывы как-то срабатывают. Так, далее, вот, далее идет видеоролик.
который показывает запись ежедневного отчета, да, который еще там этому отчету уже там 1,5 месяца там или сколько, ну, в общем, не особо он интересен, но он чем интересен? Вся информация, которая дается на самом продажнике, абсолютно пустая, да, то есть ни о чем, то есть классический глопартовский продажник. Но вот этот ролик для нас, по крайней мере для меня, он показал сразу же первый момент, на чем нам предлагают зарабатывать. Нам предлагают зарабатывать на так называемых CPA-партнерках, то есть, ну, на арбитраже трафика, да. Вот мы видим вот здесь вот kma.biz. Многие из вас знают, что это за площадка. По крайней мере, я знаю, что это за площадка. Ну и для меня сразу стало, в принципе, все понятно, когда для меня даже, ну, когда курса у меня еще не было. Не все для меня стало понятно, но уже направление, так сказать, я начал понимать. И это уже хорошо. На самом деле, я бы на месте автора все-таки приоткрыл бы чуть-чуть занавес и, ну, подрассказал, что к чему. А тут он хвастается, что у него на сайте есть вот эта вот лицензия. Ну, написано, он прошел тщательную проверку. Ну, на самом деле, эти лицензии никакой тщательной проверки они не дают. Это херня просто покупается и элементарно. Ну, то есть ничего этот замочек не дает. Ну, для людей, которые в этом нихера не понимают, наверное, что-то и дает такую какую-то уверенность. Так, далее, далее. Опять у нас отзывы, отзывы, отзывы. Тут видеоотзывы, блин. Ну, короче, понятно, которые на Воркзиле можно купить элементарно. Много разных громких слов. Потом тут информация о том, что его какой-то курс на udemy.com там набрал результаты. Честно, не знаю, не проверял тоже эту информацию. Заработали ученики проекта 53 миллиона. Ну, опять же, информацию, которую нельзя проверить. Так выглядит курс «Делать деньги». Действительно так выглядит, но тоже информация пустая. Опять распространенные вопросы, которые вообще ни хрена не распространенные, они просто тупые. Так, и все. В общем, дальше нас что интересует? Ценники, да? Смотрите, когда я изучил этот курс, мне много что там понравилось, и у меня возникла такая мысль. Там человек, автор, говорит, что вы можете купить вот этот вот, видите, ракета, да, написан. То есть вы можете купить курс, вернее, не курс, а тут вот это вот самое главное, личная консультация. То есть вы, получается, оплачиваете 4900 рублей и вместе с автором можете там через Skype или как взять и настроить всю эту систему, чтобы она начала работать, зарабатывать, да. И когда я в самом курсе, у меня вот курс, который вы можете скачать по ссылочке в описании, вот этот вот бомба. Вот 890 рублей базовый курс. И он, когда в этом курсе сказал об этом, у меня лично сразу возникло желание взять вот этот вот курс за 4900, да, под каким-нибудь даже фейковым именем, вот, и пройти с ним вот эту всю тему. Кстати, сразу еще, друзья, скажу, что курс, в принципе, неплохой, да, то есть это такое маленькое отступление сейчас делаю. И есть такой вариант, что, допустим, автор может мне написать там куда-то на почту или прямо ВКонтакте и типа сказать: чувак, там, ну, не сливай мой курс, то есть убирай курс. Ну, то есть, чтобы я его не сливал. И я его уберу. Так что, если вы хотите его скачать, то скачивайте сейчас. Потому что позже его может просто уже не быть. И, ну, то есть, я по требованию автора, я его удалю с сайта, потому что, ну, когда курс какой-то полное говно, мошеннический, там бороться с автором довольно просто, да, он там пишет, я его посылаю нахер, говорю, что он мошенник, ну и все, и дальше сливаю курсы. Если он начинает куда-то жаловаться, то я показываю там администрации, где у меня все это там хостинг, все, я им показываю, что ребята, они мошенники, я их разоблачаю, вот там, и как бы ко мне вопросов никогда нет. Но когда курс, в принципе, тема неплохая, то я не буду бодаться с автором, мне оно нафиг не надо, я вот вам сливаю, вы скачиваете, то есть не тяните резину. Так что все ссылки в описании, берите, скачивайте. Также оставлю там ссылку на продажник, чтобы вы знали, потому что здесь есть такой момент, как личная консультация у автора, то есть некоторые моменты он не договаривает. Я вам сейчас об этом расскажу. Давайте вернемся опять к самому продажнику. Смотрите, он говорил, что можно заплатить по личной консультации вот эту сумму, ну и, собственно, с ним все это настроить, да, всю эту тему. У меня сразу возникло желание вот это вот сделать. Я думал, под каким-то фейковым именем зайду, пусть он это сделает, и если, допустим,
все пройдет круто, пусть даже не обещанные его там какие-то там, как он в видео показывал, 3500, а даже если у меня получится там зарабатывать 1000 рублей, там 1500 рублей в день, благодаря его вот этой всей настройке и нашей работе с ним, я бы это с удовольствием рассказал и показал, и вы бы поняли, да, что, допустим, да, действительно тема работает. Ну, естественно, если бы это не сработало, я бы это показал, ну и получилось бы для него, конечно, жопа. Но если все нормально, как он говорит, так и есть, то это было бы для него, я считаю, что очень хорошая реклама, потому что многие люди пошли бы покупать у него вот эти консультации, вот эти доступ, то есть это было бы довольно неплохо для него. Но смотрите, в чем прикол, я сразу пошел на сайт, после того, как изучил сам курс, пошел на сайт, вот допустим, если мы нажмем на вот эту кнопочку, да, у нас вот открывается, ну, обычная форма глопартовская, по которой мы можем, собственно, купить этот курс. А потом мы берем второй пакет, вот за 1900 рублей тоже его открываем. И у нас здесь, ну, в принципе, тоже вот за 1900 рублей мы можем купить. А если мы нажимаем вот сюда, у нас выскакивает такая вот херня. Информация для покупателя. Сожалеем, в данный момент пакет недоступен. То есть получается, что, ну, короче, вот этот пакет купить нельзя. Два варианта. Или все, что он там рассказывал, это фуфел, да, и он как бы, ну, не может с людьми работать даже за 5000, потому что нереально это настроить, и это все фуфел. И второй вариант, что как бы уже многие люди купили вот этот пакет, и у него просто не хватает времени, чтобы все это обрабатывать. Вот, ну, то есть с людьми этими работать. Вот такие два варианта. Не знаю, какой из них, но лично я бы не пожалел эти 4900. И я думаю, для автора была бы клевая реклама, если бы это действительно сработало. Если в ближайшие дни этот пакет откроется, вполне возможно, что я его возьму. Скорее всего, он уже никуда он не откроется. Ну и дальше все. Дальше уже ничего. Друзья, давайте перейдем теперь к самому курсу, потому что реально я что-то затянул с обзором этого продажника. Я понимаю, многим не нравится, но этот курс того стоит, чтобы его посмотреть. Так, друзья, смотрите, вот, собственно, сам курс. Да, вот я его вам показываю, так же, как и на картинке на продажнике это все было. Так, смотрите, так, введение. Оно тут, в принципе, недолгое, там несколько минут можно посмотреть. Так сказать, никакой особо важной информации там нет, но посмотреть можно. Ну и, собственно, сам курс «Делай деньги». Да, вот он. Там видеоролик, он длится 1 час 34 минуты. Вот можете посмотреть. Это просто жесть. То есть вот этот один момент, который мне сразу не понравился, то, что автор не поделил как-то это на какие-то ролики, да, там по 20, по 15 минут. Блин, ну просто так удобнее было. Потому что у меня не было времени сесть и посмотреть сразу этот весь курс, потому что, ну, просто не было времени. Поэтому я потом приходил, искал тот момент, где его закончить. Ну, ладно, это не столь важно, но, в принципе, тоже такой момент неприятный. И еще что не понравилось, вроде бы как все записано качественно, да, там, ну, скринкаст записан с экрана, вроде бы все нормально, качественно, все хорошо видно, но я не понимаю, почему автор не постарался с монтажом. Там были такие несколько моментов, то там ребенок, по-моему, к нему там что-то, то у него телефон зазвонил, и знаете, что появлялось? Вот такая вот штучка на экране, вот смотрите, вот я сейчас на Камтазию, да, записываю, вот такая вот штучка появлялась, и он раз и берет и на паузу нажимает. Почему вот это вот все дерьмо не было вырезано, я не понимаю. Кто-то скажет, да ну не важно, главное, чтобы материал хороший был. Не спорь, базара нет. Главное, чтобы курс нормальный был. Но почему вот нельзя было вот эти вот моменты урезать, которые, ну, портят как-то такую картинку. Ладно, не столь важно, давайте погнали дальше. О чем сам курс? Курс о том, что мы регистрируемся, собственно, на kma.biz, да. Вот, собственно, это партнерочка kma.biz. В общем, здесь мы выбираем разных офферов, да, берем ссылочки и начинаем рекламировать. На самом деле, ничего здесь в этом нового нет. 1000 людей занимаются таким бизнесом, это арбитраж, да. Вот, самое главное в таких курсах, это, собственно, добыча самого трафика, где брать людей, которые будут переходить по нашим этим долбанным ссылкам. И тут нам автор показывает, собственно, сам вот этот метод, собственно, в чем вообще весь сыр-бор и почему мы, собственно, покупаем этот курс, да? Нам предлагает зарабатывать с помощью такой вот штучки, которая называется
Собот. Это бот, который работает ВКонтакте. На самом деле этот Собот я его уже знаю давным-давно. Не помню, я, по-моему, пробовал с ним работать, то ли не пробовал. На самом деле вот этот весь метод, он, блин, он вообще не новый. Наверное, многие знают этот метод. Самое главное, что здесь в этой всей фигне. Вот этот Собот, он должен работать нормально. Если он не нормально работает, то есть говенно, ну то значит ни хрена у вас этот метод не сработает. То есть я честно не знаю, насколько этот Собот нормально работает. Ну, судя по тому, что как бы люди просят за него деньги, люди, вернее, платят за него деньги и платят вроде бы как многие, то он должен при правильных настройках, он должен в принципе работать. Ну и то, что я увидел в видеоролике, он тоже должен работать. Скажу, метод совершенно не новый, ничего там новаторского и такого прям нет, совершенно обычный метод, то есть бот. Вы в него закидываете фейковые аккаунты, которые, конечно же, изначально вам придется купить там по 10-15 рублей, да. И по определенным критериям, настройкам нужно взять этот бот, и он будет ходить по определенным пользователям и там ставить, ну вот допустим, там им лайки ставить, приглашать их друзья, там писать какие-то посты рандомные, которые вы зададите в настройках. И когда человек будет это все видеть, что к нему вы там, ну этот фейковый аккаунт зашел, там даже что-то еще предложил, да, там сказал, что что-то там интересно на моей странице, человек заходит на вашу страницу, а тут бах, и у вас на первое, ну, первым постом на странице идет информация о какой-нибудь хреновине, да, с, ну, собственно, с сайта КМАБИС, там, допустим, там какая-то мазь от геморроя или что-то еще, но это так, на самом деле офферов довольно много. Вот, в общем, вот такая вот фигня. Это он нам первый метод рассказывает. Он там, мне чем понравилось, что он рассусовывает очень и очень все тщательно. Если кто-то из вас сейчас смотрит и скажет, ну это я и сам могу. На самом деле настройки вот этого Собота тоже там, они есть разные. Я советую настраивать их максимально, чтобы рандомизация, чтобы обязательно было побольше аккаунтов. Он там говорит, что можно и с одного аккаунта начать. А вот этот, да, допустим, там, ну, я не знаю, вообще не вижу смысла начинать с одного аккаунта, это полный бред. Вот, я думаю, что все-таки самый нормальный вариант, это вот именно сразу минимум с 10 аккаунтов начать, а лучше там сразу, а лучше там, допустим, со 100. А, да, ну, на самом деле, ну, хотя бы надо с 10 начать, как минимум, с одного, мне кажется, это бред. На самом деле, честно скажу, я вот этой вот всей херней, которую он здесь рассказывает, ну, не херней, а, ну, в общем, всем этим, я зарабатывать и не буду, мне это не особо, ну, у меня на это просто нет времени, но я подчеркнул для себя многие моменты, которые я буду теперь, наверное, использовать, по крайней мере, попытаюсь. Использование того же Собота, да, то есть я для своих целей попробую его использовать, тем более, стоит он там какие-то копейки. То есть для меня курс оказался полезен, и я думаю, для многих из вас тоже будет. Там много таких разных полезных моментов. Сразу еще такой момент, о котором, да, я хотел сказать, но что-то подзабыл. Автор там пару каких-то таких небольших мелочей не насчет Субботы, а там насчет других тем, он как бы их опускает, да, то есть рассказывает, но не углубляется, да, в подробности. Там есть пару-тройку таких вещей. И для чего он это делает? Он сказал, что чтобы тема в паблик совсем не ушла, да, вот, то есть то, что я сливаю этот курс, это и есть как бы то, что тема ушла в паблик. Грубо говоря, если вас какие-то темы, которые он не договаривает, заинтересуют, и вы хотите их узнать, то вам придется купить этот курс. Естественно, он вам по скайпу не будет помогать, то есть не будет помогать человеку, да, который этот курс не купил, а который его скачал где-то. Так что вот такие вот моменты, если хотите там некоторые моменты, ну, некоторые вещи узнать, то просто покупайте курс, и тогда будете общаться с автором напрямую. Насчет там какой-то его поддержки или плохой или хорошей поддержки я не знаю, я не пытался даже общаться, поэтому просто не знаю. В общем, смотрите сами, то есть пытаться там с ним общаться или нет. Жалко, что, конечно, вот этот вариант за 5000, за 4900 там отпал. Я бы его с удовольствием купил и посмотрел бы, насколько это сработает. Вот, ладно, то есть, думаю, вам все понятно, да? То есть, мы работаем с вот этим Соботом. Он там фигачит по контакту, херачит по тысячам людей и, собственно, собирает нам
людей, которые переходят на нашу страницу и, возможно, покупают какой-то товар. Ну, как я и сказал, работа с одним аккаунтом – это просто бред. Потом он еще там рассказывает еще один вариант заработка. Сейчас я вам покажу. То есть это такой простой, я, конечно, все упрощенно рассказал, а он здесь все, он показывает, как редирект делать, там многие вещи. Он редиректу очень много внимания уделил. Тоже, кстати, будет полезно для многих, для начинающих особенно. Так, вторая тема курса – продвинутый материал. Что тут? Он нам тут предлагает зарабатывать на так называемых дорвеях. Ну, впрочем, я не знаю, если вы знаете, что это такое или нет. В общем, он такие, как сказать, не текстовые, а дорвеи из картинок, они там в основном состоят. Ну, тоже интересная тема, я бы тоже с удовольствием бы эту хрень изучил, опять же, вместе с тем же автором. Меня она очень заинтересовала, не знаю, насколько она рабочая, но, как он рассказывает, это прям вообще там принесет там какие-то бешеные потоки трафика, поэтому можно делать на этом хорошие деньги. И бонус, что это у нас тут за бонус? Так, делаем деньги в вашем городе. Вот это я даже не смотрел. Ну, на самом деле, бонус меня уже не особо интересует. Это схемы работы. Ладно, нам самое главное, это основной курс. И, в принципе, я скажу, мне он понравился. Конечно, он далеко не новая тема. И сама схема работы с каким-то роботом ВКонтакте и с, вот так, с партнеркой, это, ну, ей уже 100 лет в обед, но, в принципе, если она работать будет, то это круто, и если у вас есть мозги, то можно ее применить в каких-то других сферах. Лично я собираюсь это сделать и надеюсь, это мне тоже принесет какую-то пользу. В общем, вот так вот, друзья, это, как я и сказал, это мое личное мнение, вы можете сказать, что оно не, что я не прав, можете сказать, что я прав. Как я и сказал, вы можете скачивать этот курс по ссылке в описании, но если ко мне обратится автор, то я сам курс удалю. Так что, если вы хотите скачать его, и он еще есть на сайте, то обязательно скачивайте его бесплатно, пока он там висит. Ну, а если хотите работать там реально прям вплотную по этой теме, то, конечно же, просто берите его, покупайте и общайтесь с автором. Надеюсь, он действительно помогает по скайпу и действительно что-то там рассказывает, какие-то дополнительные темы. Вот, в общем, друзья, как вы и просили, обзор я вам на курс сделал. Теперь вы сделаете то, что я просил. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, сделайте репост этого видео, конечно же, и напишите свое мнение, свой комментарий. Комментарии — это тоже очень важно. Надеюсь, вы мимо не пройдете и все-таки поможете моему каналу, чтобы, ну, мне было интереснее делать для вас вот такие вот обзоры и сливы. Друзья, ну, в общем, больше не знаю, что сказать. Все ссылки, все, что вам нужно, есть в описании к этому видео. Переходите, жмякайте на них, там, изучайте, скачивайте. Вам всем удачи, зарабатывайте много и честно. Пока-пока.